бери. Живот внутрь. Ребра внутрь. Молодец, хорошо. Почему? Не получится. Почему я? Не знаю. Думаю, упаду. Тренируй живот. Лопатки. Давай правую тогда разгружи. Молодец. Правую ставь. Разгружай левую. Молодец, достаточно. Ну что, попробуем шагнуть? Да. Но, помни, мы шагаем так, что не пытаемся шагать, да? Да. Задача просто сделать правильное движение тазом. Поехали. Отшагиваем назад, Ева. Вдох. Так. Не сильно широковато. Живот, мужик. Готово? Поехали. И раз. Зачем ты навалилась на эту сторону? Стоим на левой ноге. Тонизируем бок. Угу. Поехали. И стоп. Зачем так? Смотри. Вот мы встали. Я уже ножки вперед. Вес перенесли сюда. Раз, вперед. Размах такой не нужен. Я не могу вот эту ногу перенести. Надо ее немножко. Дева, зайка, давай попробуем все-таки. Так. Готово? Да. Работаем. И раз. Угу. Живот внутрь. Поехали. И раз. Встань почетче на левую ногу, пожалуйста. Встань почетче. Вес размести над левой ногой. Нет, плечи влево уносишь. Таз уводи влево. Так, таз еще влево. Еще, ага. Поехали. Вот теперь. Здесь. Молодец. Здесь. Совсем другое дело. Назад уводим правую. Так. Уводим себя влево. Нагружай левую ножку. Левый бок поджала. Угу. И выдох. Молодец. И вернула на место ножку. Отдохнуть надо, нет тебе? Подожми левый бок тогда, лучше держи его. Еще подожми левый бок. Ты плечи перекосила, Ева. Еще ровнее плечи. Обопрись на левую ножку. Переноси вес на левую ногу. Таз, ага. Поехали, шаг. Молодец. Давайте сядем.